Культура является основополагающим фактором развития общества. Она способна влиять на формирование ответственности людей за настоящее и будущее, за цивилизованное решение многих проблем. В связи с этим целесообразно рассмотрение культуры как достаточно эффективного средства и ресурса обеспечения устойчивого развития города. Население города насчитывает 16 тысяч человек, возможность доступа к достижениям культуры для которых различна. Поэтому важнейшая задача – формирование единого пространства культуры. Золотым фондом отрасли культуры города, двигателем творческого процесса являются творческие коллективы, прежде всего народные, которые по достоинству получили и подтверждают это высокое звание. 8 коллективов носят высокое почетное звание «народный» и «образцовый». Как и зрелые коллективы в свое время, история которых насчитывает немало лет, новые звезды ярко вспыхивают на культурном горизонте, далеко видимые за пределами родной сцены Центра культуры и досуга. На территории города проходит более 400 мероприятий различной направленности. Областной открытый фестиваль-конкурс исполнителей современной эстрадной песни «Провинция». За время фестиваля на нем выступили тысячи певцов и вокальных коллективов Ульяновской области, крупных и малых городов Поволжья. Ежегодно с 2006 года в память Ивана Федоровича и Таисии Андреевны Крыловых проходит региональный фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Малиновый звон», основная цель которого – развитие и сохранение традиционного народного творчества Поволжья. Уже традиция встречать в сентябре огромное количество участников на всероссийский вокально-хоровой фестиваль «Осенний звездопад». В составе почетных гостей – президент Международного хорового союза Борис Иванович Сметанин. В фестивале принимают участие вокально-хоровые коллективы и солисты Самары, Саратова, Казани, Ульяновской области. Ежегодно в начале октября гостеприимная Барышская земля принимает гостей из различных регионов нашей Родины на межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду». Мы любим свой город, мы верим в него и надеемся, что вместе с нашими зрителями сделаем наш город успешным и процветающим.